Привет, друзья! Сегодня посмотрим вот такой стратокастер из ясеня, сделанный типа как релик, да, с условными потертостями, которые на самом деле находятся под лаком. Записываю под интересующегося человека с Авито, но, соответственно, пусть будет для общей коллекции, потому что у меня таких два. На дисторшене ясень с синглами я не буду слушать, это будет ездить по ушам. Вот. А на каком-нибудь небольшом драйве сейчас можно